Ребята, всем привет! С вами Ростов Скутер. Сегодня у нас на обзоре Honda Dio AF62. Это у нас четырехтактный карбюратор еще. Воздушное охлаждение. Скутер прошел полную предпродажку. Было заменено масло. Поменял резиночки на вилке. Перешито сиденье. Пластик в отличном состоянии. Уже идет новая приборная панель, вот такая прикольная. Резина в отличном состоянии, что перед, что зад. Также у скутера огромный подсидельный багажник. Повторюсь, это у нас 2005 год. Карбюратор четырехтактный, вот такая вот фирменная покраска от Honda, такой матовый прикольный цвет идет. В общем, кто хотел себе для города скутер с маленьким расходом и маленькими габаритами, жду себя на тест-драйв. По наличию документов тест-драйв бесплатный.